Центробанк сообщил о новых способах мошенничества. К примеру, через лжефорексы. Они предлагают пройти онлайн-тест или опрос, в ходе которого выясняют ваши контакты, почту и телефон. Таким образом, мошенники определяют целевую аудиторию и пытаются вовлечь потенциальную жертву в незаконную схему. За три квартала 2020 года было выявлено 200 нелегальных форекс-дилеров, 600 черных кредиторов и закрыты 140 финансовых пирамид. Из последних почти половина действуют под видом интернет-проектов. Они предлагают вложиться в криптовалюту, токены и спекулируют на борьбе с коронавирусом. Якобы можно отправить деньги на производство защитных масок и перчаток. В Центробанке отмечают, что по сравнению с прошлым годом нелегальных финорганизаций стало значительно меньше.